Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как сделать скелеты из сушителя в Майнкрафте Backstreet. Но запомните главное слово, мы будем делать не сушителя, а скелеты из сушителя. Но чтобы его сделать, вам придется построить вот такой портал в ад, который крафтится довольно легко. Ну что ж, давайте сейчас покажу, что скелеты из сушителя в обычном мире запомнить мы не сможем, а заспавнить нам совершенно обычный скелет, который у нас почему-то побежал в ад. Ну ладно, давайте пойдем за ним. Ну, потому что нам туда идти надо. Ну, вот купить обычный скелет, и идти он туда уже не будет. Ну, тот был умный, и решил он пойти у нас туда. Ну что ж, во-первых, когда вы попали в ад, да, вы должны заспавнить совершенно, как я сказала, обычного скелета. И вместо обычного скелета у вас появится скелет-усушитель. Сейчас вам покажу. Вот появился вот такой черный скелет, который держит в руках совершенно обычный каменный меч. Да, но спросишь, в чем же отличается скелет от обычного скелета? А в том, что он не только держит меч в руках, а в том, что он не будет гореть в лаве. Да, вот сейчас, если мы заспавним обычного скелета в лаве, то он сгорится. Но если мы заспавним скелета-сушителя, то гореть в лаве он не будет. Да, вот такая фишка этих сушителей. Но запомните опять главное слово, что мы сегодня делаем не сушитель, а скелеты-сушители. Довольно большая разница. Но опять же, с каким-то шансом, с шансом на 20%, у нас заспавнится совершенно обычный скелет, а не скелет-сушитель. Может быть, даже 30%, да, вот такой шанс, у нас спавнится большой обычный скелет. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.